вот как мне в каждом действии направлять себя на действие начала творения? Это немца. Ты находишься в этом состоянии, только ты должен как следует найти его. Потому что, в общем, то, что мы находимся в каждое мгновение, мы находимся в начале творения. Мы ощущаем себя оторванными от всего, чувствуем только себя. То есть мы чувствуем себя как после разбиения. Каждый самостоятелен. Это наше ощущение. И отсюда мы должны представить себе, каков конец нашего развития. Что мы должны прийти туда или добром, или злом, или путем Торы, или путем страданий. И стараться выстроить себя, чтобы продвигаться к этой цели быстро и легче всего. И это то, что каббалисты советуют нам делать. В общем, это то, что мы с вами хотим узнать и исполнить. Потому что нет выбора. Исполнить мы будем должны. Только нужно знать, в каком виде быстрее и легче. Ну, я прошу прощения, но как бы вот это действие начала творения для нас, вот как бы чувственно, это слияние с Творцом и отдача Ему в каждом действии? Слияние с Творцом это не начало работы, это конец работы. Начало работы начинается с того, что мы начинаем раскрывать себя, что мы противоположны этому, что мы не хотим снова соединиться. То есть все части души Адама Ришона не хотят соединяться между собой вместе. И, кроме того, не хотят раскрыть Творца, который пребывает в нас. Потому что если нужно представить себе, что это сила отдачи, сила любви. Мне не хочется отдавать другим и любить других. Это наше состояние. Это наша обратная форма, которая пробуждается в нас после разбиения кли. Творец создал конечное состояние, а потом разбил его, сделал его обратным. И мы находимся, как сказано, обратно миру видел я. И с этого мы начинаем. Поэтому каждое мгновение мы должны находить теперешнее состояние. Это ненависть, отторжение, отдаление от других. Это наша природа. И желаемое состояние, которое мы обязаны достичь, это объединение между нами, в котором раскроется объединение с Творцом. В той мере, в которой мы соединимся между собой, мы раскроем, что мы можем быть соединенными с Творцом.